Всем привет, сегодня будем играть в Slendrino The Basement, пересозданную российским разработчиком. Языки у нас сразу стоит по умолчанию русский, давайте стартовать. Crazy Licker представляет. Смотрите, нам нужно сколько-то ключей собрать? Ключ на картине или нет? Вау, вот это было интересно, плюс один ключик. А, и мы его же использовали. Ёкарная вышин! Настоящая Slendrino. А это уже неплохо, так. Солнце, что оно означает? Так, сколько здесь вообще ключей? Free exit clear. Свободный ключ. Тебе нужно собрать все части ключа. Все части ключа? Ну-ка, еще раз читаем. Тебе нужно собрать все части ключа. А где сам ключ собирается? Выход. Так приятно по-русски играть. Разработчик, ты молодец. Все бы игры девелопера пересоздали на компе, только с русским переводом. Почему я здесь? Ух ты. Таинственный символ. Напоминает букву F, перевернутую. Но я так понимаю, что это ключ. Как и в оригинальной игре девелопера. Почему я здесь? Ёкарная вышина, что он там делает? Она как будто танцевала. Выход. Ах ты, так вот как. То есть нас здесь будет пугать мега часто. Молодец, ну-ка. Полочка выдвигается, один ключ собрали, но этот ключ просто, чтобы открывать двери. Есть выход в другую область. Может, это пасхальная область? Еще часть ключа. Карта и керосиновая лампа. Это был шкаф-пасхалка. Все двери оставляем открытыми. Качаем. Выбили. Да вообще класс. Хоть мне не нравятся подвалы, но эта русифицированная игра, все идет отменно. И пугают в меру, видите? Так, коробочка. Да, можем себя забаговать, конечно же. Slendrino танцует, реально. Есть надпись «Выход». То есть нас эти таблички приведут все равно к выходу. Не помню, чтобы такое было у девелопера. Там было в миллион раз все сложнее. Это и напрягало, что не знаешь, где выход. Здесь, как в нормальном мире, нам показывают эвакуационные таблички. Видите, выход, и всегда его найдем. Раз таки, идем по табличкам. Выход. Все ж понятно. Ну-ка, ищем. Выход, вот и он. И нам говорят, тебе нужно собрать все части ключа. Это просто 5 с плюсом. Кровь. Кстати, кровь-то в виде лица. Это ведь не случайно так налилось. Но на лицо Грэнни не похоже. Один ключ использован. Там еще надписи «Выход» похоже. Садиться нельзя, да. И двери больше уже не закрываются. Замок-то свалился. Частицы летают. Очень атмосферно и очень похоже на игру от девелопера. Так, здесь ключей нет. Ёкарная вышина. Не знаешь, когда она будет пугать. Раз захотела, напугала. Ищем новые ходы. Здесь тупик, значит налево. И здесь еще два хода. Нам бы не к выходу идти, наоборот, в другую сторону. Шкаф. Может, он открывается дальше? Крючочек. Пока бежим наоборот. Против стрелки. Можно сказать, против шерсти. Вау. И опять. В виде лица. Смотрите, как кто-то был раздавлен. Ключик. Но где двери? У нас уже два ключа. Новых дверей с вами не видим. И у нас очень мощный фонарик. Видно далеко. Достаточно светло. Ну-ка, шифтовать нельзя. Все, сюда не идем. Ах ты, вот она еще, видите, путает. Можем идти и заблудиться из-за этого. Slendrino ведь нас сбивает. Паутина есть. Прям такая отчетливо ниточная. Ее создавали люди. Ух ты, направо.
Мы здесь уже были. Как искать новые ходы-то? Вот, да, подвалы они очень сильно путают. Нам как-то нужно попасть дальше. Может, ты отодвигаешься? Идем против шерсти. Против шерсти дьявола. Если нас Тандрин не пугает, значит мы новые места не исследуем. Вот уже и напугало, сразу же причем. Все, тупик. Планка не забирается. Дверь не закрывается. Давайте сразу отметать все пути. Направо. Можно. Только направо, все. Вот это наша область взаимодействия. Сюда можно. Направо нельзя. Давайте к выходу. Еще направо можно. Но это прям самое начало. А, туда еще направо же можно, смотрите. Все, пошли в новые области. Один ключ использован. Готовимся к испугам. Ключа за картиной не оказалось. Одна створка шкафа оказалась неоткрытой. Все, у нас ноль ключей. И новые области подвала. Ёбаная ваша. Смотрите, мы здесь не были ведь. Дверь закрыта. Тебе нужен ключ. Таблички нас всегда доведут. Просто ищем двери без замков. Аккуратно. Ключа нет. Вот здесь... А, вот ключик, смотрите, хитро. Нас могли запутать. Интересно, любой ли ключ открывает любую дверь? Ой, подождите. Неплохо напугали. Скорее всего, это была иллюзия. Идем в светлую область. Выход, выход, ничего себе. Не запутаться бы. Вот дверь с замком. Сразу же применили. Ничего себе, здесь отрицательная гравитация. Есть ключик. Вот это магия. Бежим на свечение. У нас опять появился ключ и опять нашли замок. Ух ты. Это что за ключная комната? Тандрина не отпускала меня. Смотрите, мы нашли какой-то вагончик. Он весь в ключах. Тут у нас сымитирована сцена кемпинга. Нашли часть ключа. Вагончик весь забит ключами. Если в костер встанем, давайте рискнем. Не горим. Выход, выход, выход. Все в значках выхода, ничего себе. Еще куча дверей, вау. Смотрите, сцена уже с могилой и с теми же самыми деревьями. Нужна лопата. Еще часть ключа. Это некая отсылка, что кто-то погиб в походе. На стене-то может быть на любой ключ. Не факт, что за картиной. Почему-то сейчас меня не очень сильно напугало. Бежим на свечение. Картинка. Ничего не оказалось. Ноль ключей. Ёкарный вышин. Вау, это кто? Какая-то жертва предыдущая. Пустая комната, казалось бы. А нет, вот дверка есть. Еще дверка. Еще дверка. Сзади не закрываются. На всякий случай отходим. Сколько там вас будет? Ах ты, напугали таки. Телек. Включаем. Слендрина. Аватарка. И все. Еще часть ключа. Все, мы ключ собрали. Ура. Ноль ключей. Так смотрите. А если мы с вами найдем еще ключик, мы попадем за закрытые двери, хотя у нас основной ключ собран. Выход. Кто она такая? Еще ключик, вот, наконец-то.
Сейчас с вами исследуем тайную комнату, которая могла быть закрытой навсегда, если бы я сейчас прошел. А, так нет, нельзя было пройти. Это что за прохождение? Заходим. Нитро на 15 секунд. А то есть за нами кто-то гонится, что ли? Побежали к выходу тогда. Так это жесть. Ничего себе игра. Все завалено. Ах ты, у нас же было нитро, все. Медлительные. Нас сейчас Ландрина будет убивать. А, все, нас развернули. Ищем хоть одну табличку выход. Вот любую. Куча картин. Ничего не падает. Выход, 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 выход. Прямо. Да, и она сильно отвлекает. Елки уже перевернутые. Смотрите. Творится чертовщина настоящая. Сюда не прокатит. А куда идти тогда? Кровь в виде лица. Так, выход куда? Все, выход. Проходим, просто в рай. Смотрите, мы на границе стоим. Прошли мы игру. Я бы сказал, это интереснее, чем у Делопера. Музыка 12, музыка Денис Вуканович, левел-дизайнер Мэтт Новоселов. Отличная игра. Оцените прохождение лайками, обязательно комментируйте. Подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.